Губернатор Владимир Сипягин распорядился отложить введение нового порядка по обращению с твердыми коммунальными отходами во Владимирской области до 1 января 2020 года. Речь о положении федерального закона об отходах производства и потребления, о сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении и захоронении ТКО региональными операторами. Губернатор поручил департаменту ЖКХ до 1 марта 2019 года утвердить план мероприятий, устанавливающий этапы и сроки перехода к работе по обращению с твердыми коммунальными отходами. План нужно будет согласовать на федеральном уровне.